В республике впервые в России будут представлены официальные лица физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня подписано соглашение между региональным центром ГТО и кандидатами официального статуса. Участником Олимпийских игр в Бразилии Аялом Лазаревым, абсолютной чемпионкой Якутии по бодибилдингу Ириной Даниленко и главой Центрального округа, лидером молодежи Михаилом Гасанбалаевым. Также официальными лицами ГТО стали виртуоз Ольга Подлужная и ученица Национальной гимназии Саяна Григорьева. Миссией избранных известных людей станет пропаганда и популяризация ГТО. Я была неожиданно, мне было приятно, когда поступило такое предложение. Это большая ответственность для меня. И я буду стараться нести свое звание и быть лицом ГТО. Своей деятельностью я буду, конечно, агитировать народ, привлекать к спорту.